вот, как обычно, трахнул и, соответственно, бросил. Если ваш мужчина регулярно ездит в командировки, и вы беспокоитесь, как же он там бедный, без секса. С утра мужчина просыпается, такой думает, блин, что у меня случилось, она меня, наверное, заразила. Вакуум в постели. Сфера применения. Часто используется вакуум во время секса, вы себе даже представить не можете. Ну, например, шикарная техника минета. И большинство женщин прям любят все время делать это, когда сосут. Но тут есть одна особенность. Во-первых, делать это нужно правильно. Ведь если очень сильно засосать, использовать это постоянно, то у мужчины на головке во время минета остаются засосы. Выглядят они как пупырки такие на головке члена. И, разумеется, с утра мужчина просыпается, такой думает, блин, что у меня случилось? Она меня, наверное, заразила. Начинает пить какие-то таблетки, через какое-то время это проходит, он думает, точно, она меня чем-то заразила. И мужчина уходит с горизонта, а девушка думает, ну вот, как обычно, трахнул и, соответственно, бросил. А все совсем не так. Женщина просто неумело использовала эту технику. И, кстати, для того, чтобы делать минет правильно, я рекомендую вам обязательно почитать мою книгу «Игра на волшебной флейте», которую сейчас можно скачать совершенно бесплатно, если вы пройдете по ссылке ниже и обязательно оставите свою электронную почту, подпишитесь на рассылку. Тогда вы послушаете мою книгу «Игра на волшебной флейте», посвященную оральным ласкам. И никогда не будете совершать такие ошибки. Но есть еще один очень крутой вакуум. Смотрите, для массажа члена очень часто используют вот такие японские яйца. Новые в коробке, они выглядят вот так. Ну, либо вот такое многоразовое яйцо. Очень вам рекомендую обязательно попользоваться. Этими яйцами тоже можно делать вакуум. Вот сюда наливается смазка на водяной основе, надевается на головку члена, выдавливается оттуда весь воздух и создается вакуум во время массажа. Офигенно крутые ощущения можно подарить мужчине, всего лишь навсего используя обычное яйцо для массажа. Ну, говорить не приходится, какое из них больше подходит. Вот, это многоразовое, это одноразовое. Ну уж смотрите, кто из производителей вам больше нравится. Это чуть дороже, это чуть дешевле. Ощущения, конечно же, разные. Вот, ну а понять, что вам больше нравится, можно только опытным путем. Кстати, внизу в комментариях обязательно напишите, что вам больше нравится, если вы пользовали и те, и другие. Кстати, изначально эти яйца были созданы для того, чтобы мастурбировать мужчинам самостоятельно. Так что, если ваш мужчина регулярно ездит в командировки, и вы беспокоитесь, как же он там бедный без секса, то можете ему в чемоданчик подкинуть парочку этих яиц. Ну, а купить это можно в моем интернет-магазине fedorova-shop.ru. Описание и ссылка внизу под роликом. Еще вакуум можно использовать во время обычного классического секса. Но вопреки ожиданиям, вакуум во время миссионерской позы или позе женщины сверху дает неожиданный эффект. Если при этом расслабить вход и сделать вакуум, втянуть в живот внутрь, то вы получите наоборот широкое влагалище. И это упражнение называется обратный кегель. С помощью этого упражнения женщины, как правило, притормаживают преждевременный оргазм мужчины. И, кстати, это достаточно распространенный метод. Если вы смотрели сериал, когда-то был такой Калифорникейшн с духовным, то вы наверняка помните серию, где женщина пользовалась этим очень и очень активно. Ну что ж, теперь этим можете воспользоваться и вы. Осталось только научиться делать вакуум. А для этого смотрите мои бесплатные вебинары. Внизу, перейдя по ссылке, вы можете не только получить мою книгу «Игра на волшебной флейте» в подарок, но и также подписаться на приглашение на мои бесплатные вебинары, где я рассказываю и показываю еще больше. Все, что запрещено в YouTube, разрешено на этих скрытых прямых эфирах.
страх. Кстати, сможете сразу зайти на мой сайт fedorova-e.ru и посмотреть, как у меня круто, сколько много статей, включая, например, уникальную энциклопедию секса. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ставьте большой жирный лайк и пишите внизу комментарии. Пользовались ли вы когда-нибудь вакуумами? Мужчины, засасывали ли женщины вас до смерти? Женщины, а засасывали ли мужчины вас? Оставляли ли они следы на вашем теле? И как вы с этим справлялись? Ну что ж, до новых встреч. Ваша Федорова Екатерина, ваш любимый секс-коуч с дипломом государственного образца.